Здравствуйте! В этом видео вы увидите, как я сделала такой дизайн. Для основного цвета я взяла вот такой фиолетовый оттенок от фирмы Эльпаза. Мне очень нравится эта фирма. Гель ложится ровно, не полосит, а самое главное, он самовыравнивается. Нанесла его в два слоя с промежуточной просушкой. Просушиваю первый слой в лампе 30 секунд и наношу второй слой. Просушиваю в лампе также 30 секунд. Вот такой гель я нашла у себя в коробочке. Мне захотелось блесток. Смотрите, какой он красивый. Я когда первый раз нанесла, я офигела. Он так блестит, он так сверкает. И все. И было решено, что я его покрою на все ногти. Я не помню, откуда у меня такой гель. Я не помню, может быть, я его заказывала, но, скорее всего, заказывала, потому что, чтобы их покупала в магазине, я не помню. Скорее всего, он с Алиэкспресса. Нанесла на все ногти, просушила в лампе 30 секунд. Далее я беру вот такой кислотно-яркий цвет, розовый, и рисую полоски. Две полоски на безымянном пальце. Тонкой кистью стараюсь выровнять по максимуму. Нарисовала две полоски, просушила в лампе 30 секунд. Далее я беру вот такие вот полосочки серебристые, отрезаю чуть больше длины ногтя и наклеиваю с каждой стороны розового цвета. То есть у меня получилось 4 отрезка. Я приклеиваю на ноготь, немного заходя на розовый цвет. Хвостики потом обрезаю по торцу ногтя. Вот так вот получилось. 4 ленточки. Теперь я беру черную гель-краску и рисую глазки у привидения. И также рисую носик, ставлю две точки и немножечко протягиваю их вниз и соединяю. Просушиваю в лампе 10 секунд, чтобы рисунок не смазать. Дальше я рисую улыбку. Из этой улыбки я вытягиваю полосочки, дабы создать такую рваную улыбку, ну или зашитую, как сказать, смотря с какой стороны посмотреть. К сожалению, у меня тут телефон сел, и я не увидела, что он меня не снимает, и адресовала это за кадром. Теперь беру топ, покрываю все ногти глянцевым топом. Просушиваю в лампе 60 секунд. Вот такой дизайн получился. Если вам было полезно данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписаться на мой канал. Всего доброго, увидимся в следующем видео.